нам потрібний для самозбереження, але він може завадити нам для здійснення своєї мрії. Що ж таке страх, як з ним боротись та чи потрібно це робити? Зараз дізнаємось від психолога Олександра Казаріна. Дуже рада бачити вас сьогодні, пане Олександре. Дуже приємно. З приводу страху багато хто з людей намагається щось з ним зробити. От знають, що страшно, що так неприємно, коли страшно, і це так заважає, що хочуть позбутися такого почуття. Чи треба це робити? Не дай Бог. Так. Треба боятися все своє життя, чи як? Ну, от представте на одну секундочку, що страх ісчез. Із нашої психіки ісчез, із нашої житті ісчез. Ну, це катастрофа. Угу. Представляєте, от люди перестануть боятися, наприклад, переходити на красний світ. Так, ну, ну тобто, да, це такі, да, такий страх. Ну добре, давайте тоді будемо розділяти той страх, який нам потрібний, і той, який не потрібний. Це можна так зробити? Розділити і позбутися саме тих страхів, які нам заважають. От давайте, я от їхав сюди, я ж знав, яка тема буде. Так. От я думаю, треба ж як-то спровоцировати вас на цей розговор. Я вже розумію, чим це завершиться. Ні, хорошо, ага. Хорошо, Юль, от скажи, от... От чого ти боїшся? Це просто як от, чисто я, як експеримент. А я скажу, це взагалі не проблема. Я висоти дуже боюсь. Висоти боїшся? Так. Що ще? Чого ще боїшся? Ну так, я ще боюсь, от колись в дитинстві я плавала і не відчувала, що там десь щось під ногами, немає землі, так? І коли я десь там опинилася на середині річки, я зрозуміла, що все. Я після того почала боятися води вже, ну в такому розумінні води. Ну такі два страхи, мабуть, з якими хочеться поборотись. То есть, смотри, вот ты считаешь, что это твой страх, да? Ну, я вважаю так. Да? Мій страх. Ну, а теперь давай вот включим рассуждение. На самом деле, это же не страх. Это твои мысли. Угу. Пугающие мысли. Которые основаны на твоем прошлом опыте. Угу. Ну, правильно? Ну, я правильно понимаю? Ну, с высотою не знаю. Ну, який може бути досвід? Я ж так високо ніде не літала, не стояла. Ну, скажем, тут вещи, которые могут быть обусловлены тем, что ты еще не помнишь. Может быть, когда-то в таком детстве, о котором ты не помнишь. Может, мама где-то уронила. Может, мама боялась. И, передалося. И ты, ты что-то по этому поводу ощущаешь. Я уже исключаю там всякие вещи... как бы там эзотерические, да, из-за этого, а просто вот чисто психологические. Понимаешь, вот в чем проблема? Люди как бы все называют страхами. Вот есть страхи реальные, есть нереальные. Ты сейчас говоришь о нереальных страхах. Мы с тобой сидим в студии, беседуем. Причем здесь высота? Ну, смотри, ты сейчас я на все нормально. Ага, так значит, ничего не боюсь. Значит, на самом деле ты не боишься, да? Ты начинаешь, зараз не боюсь. Ты начинаешь переживать чувство страха, тогда, когда ты думаешь об этом. Я тоже, когда вот я представляю, что я стою на краю там девятиэтажного дома какого-нибудь, ну, и смотрю вниз, а я что-то переживаю. Но когда начинаю, я даже когда вот думаю сейчас об этом, у меня начинают ноги там дрожать. Вот. И по поводу там твоего второго страха, по поводу утонуть, ну тут воды вообще нету, кроме вот чашках тут стоит, а страхи есть. Поэтому вот я же знаю, что ты в конце передачи спросишь, а вот что бы пану Александру нашим глядачам порекомендовали? Можливо, а может так и не спитаю, я же не знаю. Залежно, про что мы будем сейчас говорить, может и не спитаю. Я просто как бы думаю, что стоит начать различать либо пугающие мысли у нас есть в голове, либо реальные страхи. Да? Вот то, о чем ты говоришь, это мысли. Но если бы, например, вот сейчас начал падать потолок, ну там откуда-то, да, или сейчас откуда-то из того угла где-то появился медведь, который бы бежал бы на тебя с такими пастью открытой, вот это был бы реальный страх. Потому что страх в нашу нервную систему вмонтирован не случайно. И исключительно с одной целью – для наших благ. Ничего в нашей нервной системе не существует такого, что было бы против нас. Угу. Вот, ну, это как бы логично. Вот зачем создателю было делать что-нибудь для человека, чтобы оно ему мешало, чтобы оно его убивало? Правда? Угу.
Это инструмент, это прекрасный инструмент для выживания изначально и для жизни полноценной, в том числе и сегодня. Вот зачем нам нужен страх. Поэтому, когда мне вот говорят, а как избавиться от страха? Я же говорю, боже упаси, не надо из него исправляться. Еще, и потом страх сам по себе исчезает, когда люди чуют такое, не треба от него никуда деваться, нехай он будет с вами. Конечно. Он сам по себе втек. Нет. Нет. Ну, смотрите. Вот у вас, допустим, есть дома собака, да? Угу. Которая периодически на вас бросается, когда вы приходите домой. Да? Ну, например. Да. Угу. Вы просто вгадали, я собак, то еще и собак. А, еще и собак. Ну. Но при этом собака дома, она еще и защищает, ну, если к дому кто-нибудь из грабителей зайдет, там что-нибудь такое, да? И у тебя возникает дилемма, что мне делать с этой собакой? Вроде бы как хорошо, это защита в доме, но с другой стороны, я ее боюсь, потому что она на меня тоже, она меня тоже пугает. Да? Ну, я не знаю. Хорошо, я би що би ти діла? Що б я зробила? Да, я би потоваришувала з цією собакою, бо вона ага. ж моя. Твоя. Ну, це якщо вона моя, мало вона того, повинна мене слухати. Правильно. Так. Смотри, вона твоя собственна, правильно? Так, ну якщо моя, вона, це інша справа. Да, мало того, це ж твоя ідея привести даже її в дом, для того, щоб так. вона охороняла. Ні, я маю на увазі інших собак. Моя то зрозуміло. Моя буде зі мною і буде мене слухати. Ну, а от чужа собака хто? Ну, ти принцип-то правильно уловила? Правильно. Для того, щоб собака тебя не покусала, да, она, для того, чтобы она сослужила тебе службу, тебе нужно с ней... Потоваришувати. Правильно, так? нужно угу. подружиться, нужно создать с ней отношения. И тогда и собаке хорошо. Она угу. выполняет свою функцию. Вот, и тебе хорошо, потому что ты защищена. Мало того, ты можешь даже найти ну, как бы в отношениях с этой собакой что-нибудь такого, что ты раньше даже не подозревала, что она может не только охранять, например, твой дом, а ты с ней поговорить можешь, погладить ее можешь, не знаю, там, телевизор посмотреть. Можливо, так. Ну, насправді. Тобто, один з методів боротьби зі страхами – це… Це не боротьба. Ну, давай ми уберемо це все. Тому що нас, насчет боротьби, нас закодировали ще в Совєтському Союзі, о тому, що вся життя – боротьба, покой нам тільки сниться. Я не знаю, ти вчила в школі чи ні, а я ще вчив у Горького. «Пусть сильнее грянет буря». Ну, в общем, короче, отголоски этого воспитания у нас все еще есть. Смысл бороться с этим. Это, ну, как бы вот нам дали благо какое-то, да, вот дали руки, ноги, это наши органы, да. Угу. Точно так же и страх, и смелость, и остальные наши переживания. Это наши психические органы, которые нам дали для того, чтобы мы полноценно функционировали. Можливо, мы не знаем, как ними користуватися. Але ж от є ще один да. такий момент, на який рекомендують звернути увагу. Ну, наприклад, якщо ви боїтесь висоти, угу. вам потрібно, наприклад, от взяти такий стиль джампінг, наприклад, так, угу. взяти і стрибнути, наприклад, угу. з висоти і відчути красу того всього, чого ви, що ви побачите, от, відчути страх. Угу. Я спробувала. Я угу. думаю, що я нічого не поборола і не позбулася. Я стрибнула. Угу. І нічого не сталося після того. Я стала боятися ще більше. Я думаю, так. Тому що насправді це страшно. І коли людина стрибає, особливо з висоти, угу. і коли вона розуміє, що десь там може страховка не спрацювати, угу. а ви ще більше себе... Да. ви вганяєте в цю проблему, то да. може бути ще гірше. Ну, і я хочу, щоб насправді ті люди, які розуміють, що таке страх, щоб вони теж мали на увазі, що ось такими методами, мабуть, краще не користуватися. Чи ні? Чим ви, як спеціаліст, можете інше порадити? Є різні методи. А то, що ти розказала, о чому розказала, це такий метод... Экспресс-метод, да? Угу. Вот некоторых, например, боишься утонуть, кидают, да, бросают воду. А если не да. выплывы? Вот, и здесь два варианта. Или стало лучше, и человек понял, что он может, вот, или стало еще хуже. Угу. Да, такой вот, ну,
метод экстремальный, стрессовый. То же самое и с прыжками. Может стать лучше, человек прыгнет. И такие действительно есть варианты, когда человек прыгнул, да, действительно ничего страшного, ничего нет. А есть другой, человек прыгнул и стал бояться еще больше. Угу. Ну, и такое есть. Поэтому, на мой взгляд, я сторонник тех методов, которые, ну, сработают, ну, с большей вероятностью. Это постепенные методы. Ну, например, вот я с этими методами работаю, со своими студентами, которые в тренинге проходят, или консультации люди проходят. Мы начинаем включать мозги, понимаешь? Вот у нас же мозги, это же тоже орган, угу, да, который не всегда работает, и чаще всего работает не так, как надо. Начинаем вот рассуждать. Вот смотри, вот давай возьмем, вот ты говорила о страхе. Вот у тебя три страха, да, у нас угу. есть собаки, утонуть и высоты. Какой угу. тебе больше нравится? Ну, я навіть не знаю. Ну, втонути, наприклад. Та ні, я не знаю, чи він мені подобається насправді. Ні, ну, без різниці, да? От смотри, если у тебя, и ты понимаешь это уже, ты не просто там чего-то боишься, не понимаешь, что ты боишься, ты понимаешь, что ты боишься утонуть, да? Вот. Каким образом ты можешь повлиять на этот свой страх? Ну, по-перше, це не йти на глибину. Раз. Можно вообще как бы не идти в бассейн там, либо в речку. Можно? Можно. Ну, это такие варианты. Смотри, здесь вопрос не в том, что ты туда не пойдешь. Вопрос в том, что ты понимаешь, что ты сама выбираешь, идти тебе или не идти, вообще в воду даже. То есть твой ум начинает прекрасно понимать, если я в воду не пойду, опасности нет, страха нет. Так что же все життя туда не плавать, чи як? Смотри, это первый этап. Второй этап. Ты понимаешь, что я вообще-то в воду могу пойти, но это я выбираю, пойти мне на глубину или не пойти, да? Потом говоришь, ну что ж это ты вот не на глубину, что же это ты вот по колено все время ходить буду? Хочу на глубину. Отлично. Хочешь на глубину, что ты можешь с этим сделать для того, чтобы свой страх... Есть методы. Научитесь правильно дыхать, лежать на воде. Молодец. Не, я это знаю. Хорошо. Але ж я так боюсь, что я никогда не ляжу туда на ту воду и не буду думать про это. Смотри, давай пойдем дальше. Ты знаешь, что есть методы. Что ты можешь сделать для того, чтобы... Ну, во-первых, можно научиться пройти курсы по дыханию. Можно? Можно, например, пойти и найти этих... Ну, которые обучают правильно плавать. Так, можешь? Есть выкладачи, звичайно. Да. Причем есть даже такие курсы, оказывается, у нас есть курсы экстремального не только вождения и плавания. То есть люди, их немного, но которые обучают, как выживать, если тебя там унесло в море, например. Так. Да? И такое даже есть. Все можно сделать. Если человек боится темноты, опановать себе, дуже мало часу остается. Хочу просто, чтобы мы швидко какие-то могли дать рекомендации, действительно, дієві. Самое главное, самое первое, вот у нас мало времени, вот все время у тебя мало времени, да? Ой. Во-первых, как бы не путать мысли о страхах со своими страхами. Угу. То есть разделить о том, что я сижу здесь, и если я боюсь, к примеру, высоты, то мое сидение здесь и страх высоты – это совершенно разные вещи. Если я стою на краю и вот так вот шатаюсь без страховки где-нибудь на высоте. То да. Доброе, что вы боитесь. Да, то это правильный страх. Бойся на здоровье, может быть, и не упадешь туда. То есть разделить эти вещи. Угу. Второе. Часто у нас есть, путают эмоцию страх и чувство страха. Понимаешь, угу. вот разница. Эмоция страх – это когда человек боится, но не знает, чего он боится. Вот это проблема. И тогда нужно включить мозги и перевести... либо самому дойти до этого, либо как-то с другим человеком, профессионалом проконсультироваться. А чего ж я боюсь? А как только я начинаю уже не просто бояться, а чего-то бояться, это уже будет чувство страха. Потому что мы всегда, если мы чувство страха, то мы уже боимся конкретного чего-то. Боимся высоты, а точнее даже не высоты, боимся смерти, упав с высоты. Угу. Мы даже не собаку боимся, а того, что собака причинит нам боль, к примеру. Понимаешь? Вот когда мы начинаем на эту тему рассуждать, выясняется, оказывается, что я с собаками могу сделать? Ну, могу не ходить туда, где есть собаки. Раз. Могу
как бы защититься от собак, подружиться там, вот мы говорили с ними, с собаками, да, или научиться, например, противостоять собаке, если она на меня нападает. И ну, все, виявляється, все так просто, и с цим усім можно працювати. Ты знаешь, не просто. Просто, это вот когда мы беседуем, это понятно, но просто становится, когда ты начинаешь что-то в этом отношении делать. Просто, да, многим пойти научиться плавать, но все понимают, что я хочу научиться плавать, но это ж нужно куда-то идти, это ж время нужно, это ж нужно искать там и тому подобное. Поэтому самое главное, не путать мысли и свои переживания реальные. Во-вторых, из страха эмоций перевести в страх чувства, когда я знаю, чего я боюсь. И потом включить мозги, что я могу сделать для того, чтобы этот страх, да, чтобы этот страх работал на меня, а не против меня. Я вам дуже дякую, пане Олександре. Насправді, тепер я зрозуміла, що треба робити з різними страхами. І я для себе, і я думаю, що у багатьох людей теж є свої страхи, с якими вони не знають, що робити. Так от, треба з ними подружитися. Хочеш, ще на прощання розкажу. Я недавно в ресторані в одному, ну, от було. Там написано, що якщо ви боїтесь поправитися, випивайте перед обедом 50 грам коньяка. А говорить, а що, допомагає похудіти? Говорить, ні. Убиває чувство страху. Ну, супер. Дякую дуже вам. І ще приходьте до нас, розкажете ще про інші страхи, які, можливо, ми сьогодні не пригадали, але будемо знати наступного разу, що з ними робити. Ну що ж, я вам бажаю класних вихідних, нехай все буде добре у вашому житті, і щоб ви насправді зайвого нічого не боялися. До побачення.